Всем здорова, с вами Найт, и мы играем по-прежнему в Troll Face Quest, и мы сейчас начинаем там же, где и закончили. То есть тут открытая дверь, горбатая девчонка, бобень, переевшая пельменей, и какие-то смайлики китайские. А, нет! Вот тут два глазика, нос и улыбочка. На лампу что-нибудь кликабельное или нет? Потому что, мне кажется, если я нажму на дверь, либо проем, то что-то нехорошее да будет. Здорово. Какие у вас длинные ноги? А вы лыжами случайно не занимаетесь? Нет? Какие у вас длинные пальцы, либо когти, либо что это за грабли такие? Вот, вы ими случайно в саду там не работаете? Чё-то вы, бабень, какая-то не очень. Может, вас... Ясно. Видимо, эта бабень недружелюбная и по-прежнему реклама. Может быть, на это око или глазик нажать? Вот. Давай. Блин, может, на нее как-то надо потыкать? Я вот не понимаю. Вот я не понимаю, что с ней делать. Мама. А-а-а! Я, кажется, вспомнил. То ли это из короткометражки, то ли... Блин, то ли полный фильм. Здесь мам где там за двумя мелкими девчонками там ходит такая вот баба, и они говорят, типа, о, ща мама придет. И начинает вот этот вот огромный лыжебег носиться там по дому. А, не, лыжеграб, потому что тут ноги как лыжа и грабли. Давай. Блин. Может, на нее как-то быстро потыкать надо, чтобы она свалила. Может быть, еще что. Может быть, ее вот... она хотела мне предложить эту рекламу, которую я вот сейчас скипнул. Все может быть. Блин, а почему нельзя успеть дверь закрыть? Это было бы очень даже логично. Не, я все-таки сейчас попробую. Давай, призываюсь. Гроболыж, я вызываю тебя. Давай. Что? Что? Я просто потыкал по-быстрому, а... Это что за мужик в таких огромных трусах ходячий? Блин, мне кажется, то, что в этих трусах бы поместилось бы 5, а то и 6 вот таких вот мадамок. Блин. Чё-то какой-то он слишком веселый, слишком глазастый. Блин, Лджей, это ты что ли в старости? Потому что глаза такие же белые. Ну, чем-то это напоминает тусовку в плойке, когда я туда захожу, и вот чувствуется общение, и каждый раз я это именно и слышу. Так, ладно, дальше. Не нужно нам это. О! Пила! Здорово! Блин. Тебе ключик нужен, да? А ты езжай за ним. Вот, а нефиг было там шприцы раскидывать. Сам свою ловушку сделал, сам же в нее и попал. Как говорится, не рой. Не рой другому яму. Сам в нее попадешь. Стоп, а может быть мне тебя как-то развернуть надо? Внезапно и что? Нет, то есть да, я вот тут зажимаю. Может быть, еще раз тут зажать? Еще. А как ты голову просунул? Там же шприцы повсюду, они в тебя воткнулись. В глазик бы там, в башку твою.
Посмотри следующее видео для... Для... Посмотри видео для получения доступа к следующему уровню. Следующий уровень. Блин! Я вот помню, как недавно с другом смотрели вот этот вот фильм. Я, блин, не знаю... Блин, как же он назывался? Спойлерить не буду, но... Мне кажется, сейчас она, да, поразмешает, он уснет. И все. Да, и уровень провален. Надо... Блин, вот надо как-то у нее то ли чашку отобрать, то ли... Блин. Вот. Давай расплачься. И... Я не понял, и что сейчас было. Чё, вот засыпа... Ну? Чё-то я вообще не понимаю. То есть он сидит-сидит, либо плачет и у него вылетает глаз, либо он тут же засыпает. Как же много вариантов. Блин, начнем тыкать с книг. Не надо, не плачь, не... Воткнем давай этот глазик обратно тебе. Или купи вот эту вот одежду. Не знаю, зачем она тебе нужна, но... Может быть, тебе поможет... Мне кажется, что надо либо вот на этот бобень что-то зажать. Я не ошибся. И что? Зашибись. Вот это вот бобень, это долбанный волшебник. Из чашки. Да, чашку вот такую вот с чаем превратила в огромную корзину для мусора. А может, она изначально там была как корзина для мусора, она ее в чашку превратила. Кто же знает. И выспал мусор прямо. О, Ганнибал Лектор. А, хот-доги. И что? Блин, он сейчас его типа затроллит, то что тут у него маска, он не может... Отдай худог. Отдай хот-дог, сволочь. Это вот примерно я, если меня очень долго... Если меня очень долго не кормить и дразнить меня вкусняшкой. Хорошо, начинаем заново. Нет, не надо нам. Предлагайте это кому-то другому. Блин, может быть... Может быть, зажать опять на него? Не-не-не-не, это не работает. Ну? Ай, блин. Кстати, может... А давайте-ка ему кетчуп подменим на что-нибудь другое. Стоп, а ты можешь подменить кетчуп на горчицу? Внезапно так свалил. О. А, ну да, у него же тут решетки и лапша, чтобы сквозь решетки, да? О. Какой же заботливый продавец. В России, мне кажется, нахрен бы сразу же послали. Да, да, welcome, welcome. Я не знаю, с чего это, из какого фильма или там, может быть, игры. Мне кажется, какого-то фильма, но... Здорово, Каркарыч. Как жизнь, как дела? Какой-то недружелюбный Каркарыч. Из смешариков. Может быть, надо дождать, чтобы он вот прилетел. Потом... Потому что от этой игры можно ожидать всего, что угодно.
Тоже не правильный вариант. То есть нужно, чтобы вот этого вот паренька никто не трогал. Странно. Нет, я если зажимаю, то он на него лепеху делает. Нет, это нам не надо. Так, а что же нужно сделать? Да блин. Каркарыч, вали в свои смешарики. Не мешай шарообразному человеку тут сидеть. Блин, мне кажется, ли там что-то... Нет, не нужно. Мы потыкаем на все, на-на-на. Чувак, для тебя сейчас будет апокалипсис. Что-то мне не очень-то нравятся вот эти вот морды все. Но... Чувак должен был отсесть, мне кажется, да? Это какие-то Каркарычи-гопники. Каркарыч с братвой своей подлетел и хотел мужика прогнать. О! Блин! Я вот не знаю, то ли в декабре, то ли в ноябре, то ли в октябре, то ли когда-то скоро выходит или вышел уже фильм про историю одной монахини. Вот это вот монашка, мне так кажется, из... блин. Из фильма «Астрал», что ли. Потому что очень даже похоже. Вот такая же темная локация там. В Астрале она находится. И что? Если бы я не был готов к этому, я бы изрядно так обосрался. Так, тут. Тут медведь стоит. Зеркало. Может, в зеркало что? Давай. Оп. 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 А! Ну да, 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 я же вспомнил то, что не буду говорить, потому что мало ли кто не посмотрел «Астрал». Очень прикольный фильм. Но то ли, по-моему, во второй части с другом в конце угарнули над одной куклой. Вот я не понимаю, зачем ее туда... И она также опять орет. Нет, мы, значит, что-то неправильно сделали. Так, это пропускаем. Снимаем с нее одежду. Так, еще тут что? Да блин, да нет! Я хотел просто тебя подергать, пошевелить. Давай, снимай это. И что, ничего? Давай, ори! Ори на меня полностью! Стоп, а я могу? Давай! Давай, руби хардкор! Давай, нам подудели в качестве всего удачного. Я могу ошибаться, но мне кажется, что это человеческая многоножка, да? И это до бесконечности будет? А, и все, да? Типа начать заново. Начать заново. А, то есть я даже если на что-нибудь еще нажимаю, то... Блин, жаль. Хотя у нас, насколько я понял, это последний уровень, да? Так что
Используем подсказку. Чего? А один вопросик, а как мне это сделать? Потому что тут вот показывал мне отдалить картинку, да, но как я ее отдалю, если я играю сейчас в эту игру на компе, а вторую мышку я никак подключить не могу. То есть тут не будет у меня второго курсора. Монитор у меня, блин, не тыкальный. Так что не тыкабельный, можно так сказать. Так что, ну, можно так сказать, что типа мы прошли. Потому что тут я уже никак не сделал, тут я вообще бессилен. Я надеюсь, что вам понравилось видео. Ставьте лайки, комментируйте, делитесь этим видео с друзьями. Всем удачи, всем до скорой встречи и пока-пока-пока.